пожаловать в ресторан «Тарантино». Меня зовут Апасий Виктор, шеф-повар этого чудесного ресторана. Давайте я вам расскажу немножко про этот ресторан, пройдемся со мной на гриль. Итак, здесь у нас самый, наверное, необычный гриль, который есть только в Москве. Это «Арабата гриль». Находится он всего в 2-3 ресторанах, включая наш «Тарантино». Итак, сейчас я буду готовить фирменный стейк, который так и называется – стейк «Тарантино». Итак, для этого мне понадобится вырезка. Самая обыкновенная, охлажденная австралийская вырезка. Сейчас я ее буду расстаивать на верхнем ярусе нашего гриля, после чего опущу на нижний. Там стейк у нас приобретет золотистый цвет, золотистую корочку. Дальше я его наведу на среднем ярусе до необходимой нам прожарки. И потом уже подам вместе с гарниром. Заранее запеченный картофель поливаю небольшим количеством ароматного оливкового масла. Все мясо жарится именно на открытом огне, поэтому он приобретает такой яркий дымный оттенок. Ну а теперь я вам покажу самую интересную вещь, ради которой стоит прийти в Тарантино и обязательно здесь поужинать или пообедать. Это наша замечательная итальянская печка Стефано Ферранаполи. Она называется. Это огромнейшая печь, сюда умещается до 12 пицц одновременно. В ней мы подаем не только пиццу, но и в нашем меню существует интересный раздел. Это блюда, приготовленные в дровяной печи. Порядка 6 блюд, которые готовятся при температуре 350 градусов Цельсия. А я сейчас приготовлю для вас специально пиццу. Для начала я раскатаю тесто, в этом мне поможет скалка. Ну а дальше, как настоящий итальянский пиццаиоло, я докатаю ее прямо в воздухе. Немного сыра. Ну, а теперь я добавлю сюда наполнители пиццы и, конечно же, сыр, пармезан. Куда без него в итальянской кухне. Мне осталось нашу пиццу одеть на лопату и отправить ее выпекаться в печь. Регулярно поворачивать вот таким вот образом, специальной поворотной лопатой. Потому что температура, как я уже говорил, очень высокая в печи, вот, и она может моментально сгореть. Итак, еще одно блюдо нашего ресторана готово. Эта пицца, кстати, в ресторане «Тарантино» называется «Мистер Андерсон». Поэтому приходите, угощайтесь. Приятного аппетита!